С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. И вот Ливерпуль. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Команда сыграет по схеме 4-5. Игра началась, смотрим.